числа. Вы до 1-го, да. Первого числа должны заявку брать. Да. Уже отдали. Дали? Кто идет, кого мы видим? Ура! Я в гордом одиночестве. Так, Толя? Ты как это... Музыку на какую-то песню. Во-во-во-во, она уже мне звонила. Потом, наверное, потом. Вале нужно. Написано Южный. Если что, садитесь на эту доезжайте до старой Московки. Только переедите вот этот мост железный. Ну, идет. На чем туда ехать? Ты чего? Нельзя. И дорогу перейдете, там будет стоять на постаменте этот паровоз. Вот через, да. От этого паровоза, это самое, опять же, дорогу перейдете и по той стороне. Примерно идти пешком, как до дворца Молонцева. Да. Отсюда. Через дорогу. Там ДК, что ли? Вот хорошо, ну давайте. Есть интернет. Заглянешь, там все будет написано, как ехать. Ёлки-палки, почему ничего? Ты в интернет заглянешь? Вот у Нади же есть интернет, у нее же компьютер есть. Потому что мы в прошлом году раньше были небольшие. Надюша, а если мы пол-четвертого примем отсюда? Здрасте, у вас, говорит, интернет есть. Ну, можно на него посмотреть, как нам ехать, куда? Я так вот не ориентируюсь совсем. Ну, у вас же должен, я забыла, как это называется. Ну, есть у нас это все. Можно посмотреть, а? Сейчас посмотрю, но мне сейчас некогда просто, потому что мне нужно отчеты сдать. Да просто надо знать, хоть куда ехать-то. Куда ехать-то? Какая-то Московка, а там их две, старая да новая. Ну, да, говорить куда? Железнодорожный клуб. Ехать, значит, доезжаете там на старую шаг. Московку, налево. Там вот перекид, как раз яду проезжаете. Вот на чем будет, туда ехать? Вот что? Туда идет, идет, значит, идет старая. С Газели, скажите. С Газели. Вот я точно не знаю, я давно туда не ездил. Просто знаю, где туда находится железнодорожник. Хорошо, старый, старый, да, из культуры. Старый, старый. Так, подождите. Так, вот смотрите, там, значит, идет газель, идет какая-то здесь идут газели, не одна даже, кстати. Это. О, кстати, старая Московка найдет какая-то газель. Я номер только не помню. Где тут газель? Прямо вот отсюда. Он идет с этого, с отвесной, что ли. Идет газель, там написано Старая Московка, СТ, Московка. Ну, прочитайте на газели, там написано же. Вот подожди, газель, вы посмотрите, прочитайте это быстро. Все, и садитесь смело. Старая Московка, значит, что говорите? Вторая остановка от Виадука, и все. Там не проедете. Прямо он у дороги стоит этот дворец культуры. Так вот, видите, там говорят, вот они говорят, ехать на чем-то, потом еще пилить через мост, на чем они собираются ехать, я не знаю. Нет, они хотят с пересадками, пожалуйста, можно с пересадками доехать до Баранова, от Баранова там куча транспорта идет. Куча. Нет, но самое главное, что вам не на новую Московку, а на старую Московку, то есть налево. Налево. Я думаю, проехал мост туда, вот этот мост, который через железную дорогу. Ну, с дорогой. Виадук. Да, он Виадук называется. Вот скажите, улица Кирова туда идет? Вы по Кирову поедете вначале до Виадука. До Виадука. Вот Баранова начинается новые дома, там Кирова. Улица Кирова. Ну, знаю, там. Это раньше были рабочие, наши просносили. Основ благоустроенные дома сейчас стоят. Вот улица Кирова идет до Виадука. Идет Рубин, 4-я рабочая, потом 11-я рабочая, 15-я рабочая, 21-я. И все, Виадук проезжаете налево.
Там даже можно до этого ведут проехать, даже здесь можно выйти. Там идти буквально минут 7 от виадука пешком. Так даже можно. Даже, можно даже на любой садиться в транспорт, доезжать прямо до этого перекрестка. И все, от перекрестка пешочком прошлите. Да, там дойдете. Ну вы не пройдете, у дороги стоит, а площадь такая огромная. Ну которая, значит, на старую сторону. На старую, да. Ну, а здесь оно проходит? Ну, идет газель здесь. Газель идет, да. Там написано СТ Московка. Я не понял номер. Ну, вы знаете, вот обычно, да, если да. Такая одиночная, она очень редко ходит. А что еще тут можно? Я отсюда давно не ездил. Текрай. Я ездил, так я с центра ездил в основном. Вот. Ну, я не знаю, сейчас набирайте газели. Просто вам прочитать. Милый Иванович, не хочет новую какую-нибудь. Да, штучку? Вот я вам объяснил, вам спокойно доедет. Ни проблем никаких нет. Никаких. Даже на любой транспорт можно садиться, ехать до. На который идет на Московку. Любой транспорт. Вот я говорю, доезжайте, виадук проезжаете, виадук проехать, раз здесь перекресток. Направо идет там этот рынок, вот этот промышленный рынок, базар там. Прямо. Виадук Гашика, улица любой Гашика, проходит, прямо идет. Да? Виадук любой проходит. Конечно, виадук, а другой дороги там нет. Виадук обязательно проезжаете. Обязательно, хоть на чем, хоть на лошади. Виадук проедет. Там другой дороги нету. Понятно. Там другого моста нету. Вы по Кирову вот едете, по Кирову, проезжаете, на видок заезжаете. Я вам в понедельник посмотрю, скажу, вам всего сегодня не едете. Да. Я вам посмотрю в понедельник и скажу. Ну, спасибо. Я запишу. Когда мы сядем сюда. Танечка, а это тут есть место? Я не закрыла? Поседы тоже, наверное, едут. А он же и в Непоседах играет. Баян там его... Оттуда ему привезут баян. Играет, да. Они все, как они называют работу, халтура. Это у них же подработка. У нас баянист был 7 лет у нас играл. С самого обоснования хора. И вот 7 лет отыграл, ушел. Месяца два назад как он ушел. В конце мая. В мае ушел. А у нас и Геннадий Финогенович нам название придумал. Домские вечера. Мы по-другому как-то сначала хотели назвать. А он говорит, нет, давайте так. Ну, мы согласились. Маяковские не выходят? Целых 7 лет. Это-то недавно, месяца два, да? Под 7 часов, дорогуша. А почему? Ты еще какая очередь наша? Неизвестно. Приедем. Иди там, выйди, может, первые будем. Приедем домой уже. С одной стороны, нам хорошо. Публика разогрета будет. Как хорошо. Нина вообще хорошая. Да. Давай, и цветочек. Цветочек аленький. Тебе даже деваться не думаешь.
Ну, мы уже, смотри, дождь как бы не начался. Не, он там есть горло. Ну, ну, это не страшно. Хорошо. Все. Так, давай букет. Вот он. Чтобы громче пелось. Толя, ты классный. А мне нравится ваша фамилия, как будто, знаешь, артист кино. Кому? На. Еще раз. Огурец на. Девочки, видите, как тренируются люди, как кланяются. Давайте ему потренируемся. Где Татьяна у нас? Где Татьяна? Кого у нас нет? Татьяны нет, куда она? Она сидит там. Надо, она же кланяется. Так, ты иди к Галине Ивановне, мы там привыкни на это место. По-русски так сказать, красиво. Розовая роза. Так, не встаньте или нет, что я стою? Таня ползет. Куда? Ну, ползет, вот приползла. Все. Галина Ивановна кланяется. На поклон все вышли, бляха-муха. Нина, ты там будешь кланяться? Нина Алисина. Я что за староста? Команда старости. Позвали, я бы, может, в одном месте пошла. Так тороплюсь. Вот ведь сказали, вот там она сказали, кланяться. Галина вам не кланяется. Что будет? Девочки, сначала встань, вот эту ножку, чтобы... Да. Было не слышно. Ну, они не пели, пела, мужик пел, они-то не пели. Ой.
Они пели, только не слышно было. Да. Совершенно. А им тоже сказали что-то плохо? Нам сказали, неплохо мы спели. Неплохо, да, они сказали, ну, хорошо. Ну, просто надо было им шпильку вставить нам обязательно. Ну, как, всем замечания сделали, а нам вдруг ничего. Девочки, я хочу сказать, что вы... Они вас вообще не знают. Мы первый раз заблудившихся там. Там в основном девчонок надо вот эти, там девчонки. Там в основном Ленинский район пел. И мы попали в Советский. Как это? Двое рассуждают, один говорит, с деньгами у меня тут, говорит, деньги это зло. И вообще, подожди-ка, деньги это зло, не в деньгах счастье. Ну, а сам только зарплату получил. Его уговаривают, что деньги это зло. Деньги, счастье. Ему хорошо. Ну да. Получил это. Скоро зимние песни начнем, кроме саней. Конечно. Надо уже подготовиться к чему-нибудь. Три нотки, все. Не стесняйся, пой хорошо. Линдова, пошли, иди. Гарнета, Линдова. Только припев. Горчи вместе и горчи полы. Еще не ночью. Девчонки, что чай не пьете? Нет. Люблю родить, родить, не молоча, родить, родить.
пятницу, да? Встречаемся по расписанию. Все, спасибо всем.